толкается в проходе с Натальей Колос. Она на 89 идет. Ну что это за веса для Александра Калиновского? Неужели Александра Калиновского вот сейчас не собирается за тройку соревноваться? Знаешь, я бы не заметила, что она уже не та. Да, она уже не та. Ты видишь, да, у нее взгляд совсем другой. У нее взгляд такой вот последние 4-5 лет. Более боевая была. Ну сейчас у нее зато замуж вышла, у нее вообще совсем другая жизнь, совсем другие интересы, видимо. Наверное, да. Это хорошо, что меня это не отвлекало, а может ее это отвлекает от основной работы в тяжелой. А потому что ты не вышла замуж, когда ты занималась тяжелой атлетикой, а ты просто сначала вышла замуж, потом начала заниматься тяжелой атлетикой, у тебя совсем другой порядок, да? Причем вместе, муж тренер. Очень тяжело штангу подняла. Я думаю, что я не буду перезаявлять вес. Две минуты она отдыхает. Сегодня говорили про людей, которые принимают заявочные веса. Действительно, что особенно, когда идет борьба уже в конце, наверное, бывает такая неразбериха, что очень тяжело успеть этот вес заявить и не ошибиться. Да, но здесь же еще идет такой двойной контроль, потому что, с одной стороны, там есть эта компьютерная система, которая сразу высвечивает здесь, в зале, среди информатору, кого приглашать. Но пока бумажка и по телефону, пока бумажка сюда не придет и по телефону не подтвердят, они этого не делают никогда. То есть, с одной стороны, это контроль, с другой стороны, это дополнительная затяжка и дополнительные ошибки, которые часто очень возникают. Посмотрим третий подход. Нет, назад она не идет. Да, вес 86 килограмм смогла она отдавить. Представляешь, а это чемпионка мира 2001 года. Ну что, представляю. А мне сегодня просто кажется, она, может, что и не будет даже в борьбе, может и такое. Да, она не в борьбе уже последние 4-5 соревнований. Вот смотри, результаты Калиновского последнего года. Вот пятый результат на Олимпиаде 2004 года, это еще хорошо. Потом у нее была нулевая оценка в 2005 году.